Дорогие ребята, уважаемый Константин Михайлович, уважаемые преподаватели, ну, честно говоря, давно со мной такого не было, вот я чувствую, что я волнуюсь. Никогда такого не замечал. Ну, наверное, потому что мы к этому дню шли аж 4,5 года. 4,5 года назад у нас был последний выпуск «Лейтенанта» 2014 года. И вот, наконец-таки, снова мы видим вас уже совершенно в другой лейтенантской форме. Ну, что хочется вам пожелать? Сегодня вам на погону упало две звезды. Хочется пожелать, чтобы сначала они у вас росли в количественном составе, потом в качественном, потом снова в количественном. Ну и глядишь, будете адмиралами и генералами. Ну а вообще, если исключительно по-житейски, конечно, сегодня ваш праздник, никто не спорит.